телезрители, что касается прошедшего накануне кастинга на проект «Третий не лишний», у меня появились свои фаворитки. А сейчас мы находимся на остановке «Семафорная» в Свердловском районе, где, к информации для жителей Свердловского района, скоро произойдет изменение транспортной схемы. Сейчас на вашем экране появится небольшая анимация. Это касается маршрутов 95 и 98. Они будут ехать по «Семафорной» и поворачивать к Судостроительной в районе 201 дома. Да. Это случится в связи с введением автодороги по улице Судостроительная. И если говорить о том, что 95 и 98 будут ехать по «Семафорной», поворачивать на Судостроительную, доезжать они будут до 175 дома, и там дальше до конечной ЛДК. Появятся новые остановочные пункты рядом с домами 90 и 159 по улице Судостроительная. В обратном направлении от ЛДК 95 и 98 будут доезжать до конца Судостроительной, опять же до 175 дома, и возвращаться на «Семафорную» в районе 201 дома. Я хочу отметить, что касается это только маршрутов 95 и 98, схема вступает в силу с воскресенья 25 сентября. Сегодня заканчивается прием мнений, предложений по поводу изменений транспортной схемы. А что касается остальных транспортов, видов транспорта, маршрутов 23, 31, 36, 94, они без изменения будут проезжать до ЛДК по «Семафорной» и останавливаться на остановках «Институт», «Хлебозавод», «Новое». То есть вот не поворачивать к Судостроительной. За окном сейчас, как я уже говорил, около 7-8 градусов в краевой столице. Учитывайте полученную информацию, выстраивая свои воскресные маршруты. И если что-то нравится, не нравится, то звоните по телефону горячей линии городского министерства транспорта, отдела транспортного отдела, и вносите какие-нибудь свои коррективы. Юлия, Алексей, мы с оператором Кутько помчались дальше, чтобы уже не наводить суету. Доброе утро!